Меняется движение пригородного поезда сообщением Северодвинск-Лайская и обратно. Состав назначен Северной пригородной пассажирской компанией. Курсировать будет с 1 мая и до 26 июня по пятницам. Однако по техническим причинам на май и июнь время его отправления изменено. Поезд Северодвинск-Лайская 15 и 29 мая, а также 5 июня отправится из Северодвинска в 19:30, то есть на 20 минут раньше действующего расписания. В обратном направлении 15 и 29 мая, а также 5 июня отправится из Лайской в 21:34. Это позже действующего расписания на 20 минут. Подробную информацию можно получить на железнодорожном вокзале по телефону справочной службы 56 66 66 или на сайте Северной пригородной пассажирской компании.